Вампиры, сука! Настоящие вампиры, подумать только! Гнусный же ты. Пора осмотреться. Были рыцаря добродетеля, вот и покарали нас боги. Заткнись, не то этих сюда накличешь. И даже очень. Будь любезен, уйди с дороги. Ты, может быть, не знаешь, что творится в городе? Разумеется, знаю. Это возмутительно. На улицах резня, и для тебя это возмутительно? Я бы выбрал слово посильнее. Знаешь, мне много лет. И чтобы произвести на меня впечатление, нужно что-то действительно серьезное. Ну да, конечно. Вампиров удивить непросто. Я знала, что ты догадаешься. Это было нетрудно. Ты не особенно скрывала. А должна была? Ну, я же ведьмак. А, то есть враг? Это зависит только от тебя.
Я должен увидеть вашего скрытого. Убедить его, чтобы он остановил Деклофа. Ты вроде можешь в этом помочь. Ай-яй-яй. Кажется, я должна поговорить с Регисом. Он стал слишком неосмотрительным. А ты, если хочешь совершить самоубийство, выбери способ попроще. Прыгни с моста, например. Я просто хочу поговорить. Поговорить? Ничего себе. Скрытый разорвет тебя, прежде чем ты откроешь рот. Это уже моя забота. Ты мне поможешь или нет? Мне тоже не нравится ситуация в городе. Но выдавать такую тайну ведьмаку... Знаешь что? Поехали со мной. Закончу свои дела, тогда и поговорим. Если бы я говорил с человеком, то сказал бы, что каждая минута промедления — еще одна смерть. Но на тебя это впечатление не произведет. Ни малейшего, откровенно говоря. Так куда мы едем? Недалеко. Видишь ли, я держу под Баклером такое заведение. Приют, проще говоря. Птицы шепчут, что там случилось что-то недоброе. Сам понимаешь, учитывая обстоятельства, к этому надо отнестись серьезно. Да, даже очень. Поехали. Такой приют обходится тебе в целое состояние. Видишь ли, я питаю слабость к детям. В смысле? В таком, что... Погоди, чувствуешь? Кровь. Арно! 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 Тш-тш-тш! А то чудище вернется. Что тут случилось? Где Арно? Говори! Спокойно, малыш. Теперь все хорошо. Я так боялся. Так боялся. Чего? Расскажи нам по порядку. Нас разбудили. Колокола. Потом крики... Я спрятался под одеяло, чтобы не слышать, но было очень громко. И что-то стало стучать в крышу. Бум, бум, сильнее и сильнее. Тогда дядя Арно пришел и сказал: «Сидите тихо, тихонечко, и ничего не будет». Он их бросил, сукин сын. Бросил и сбежал. Кто такой этот Арно? Опекун. Он занимался приютом вместе с женой. За щедрую плату. Я их здесь не вижу. Не чую. Они уехали, а детей бросили, как приманку. Дядя Арно говорил: сидите тихо, как мышки, и чудовище не придет. Но оно пришло. Что было дальше? Бартыш, Ниф, Мавра и другие убежали. Моя сестра Аня и я спрятались здесь, в комнате. Но Аня начала плакать. Я зажал ей рот и шептал: «Тш-тш-тш-тш». Долго, пока она не затихла.
Хочешь сказать, ты ее... Не спрашивай. Я знаю уже достаточно. Да, я тоже. Что-то перебило моих детей. Я займусь малышом, его нельзя оставлять одного. А ты выследи эту скотину и принеси мне его голову. Тогда я помогу тебе найти скрытого. Этот мальчик ранен, его надо перевязать. Ни о чем не волнуйся, я им займусь. Ты уверена? У меня есть опыт в этих делах, хватит 5 минут, чтобы его... Иди. Хорошо. Я найду его. Отлично. За дело. Иди сюда, малыш. Я тебе спою. В поле спят мотыльки, уж свернулся у реки. Только котик не спит и в окно все глядит. Кто же от гули его защитит? Его ударили о стену, череп размозжен, умер на месте. Тварь убила детей, но есть не стала. Что-то испугнуло или отвлекло? Брюшная полость рассечена в 3 местах, повреждены органы, артерии. Раны на голове, на плечах, на шее. Чудовище атаковало сверху. Должно быть, прыгнуло с крыши. Следы когтей, когти крючковатые, острые. Чудовище легко забралось на крышу. Следы лап. Чудовище двуногое, ходит, наклонившись вперед. Кровь еще не засохла. Кровь еще не засохла. Рана ровная. Когти прошли гладко. Молодые тонкие кости. Никакого сопротивления. Аорта рассечена, рядом следы укусов, но старые, заросшие. Какая-то мазь. Это яд? Круг подозреваемых сужается. Ядовитые железы, длинные когти, пьет кровь. Должно быть, это Гаркаин, вожак стаи. Гаркаины убивают из удовольствия. Детей ему было мало, наверняка он отправился за опекунами.
Следы Гаргайна и повозки сливаются. Интересно, догнал ли он их. Лотва! Давай, плотва! Они съехали с дороги. Должно быть, кони понесли. Он их настиг, и след обрывается. Надо осмотреться. Раны паскудные. Ну, хоть недолго мучилась. Она разорвана на куски. Кровь высосана до последней капли. Здесь Гаргайн наелся. Значит, он залег где-то неподалеку, переваривает пищу. Ага. Я повешу твою башку у седла, тварь.
Эти дети. Риана их держала, как дойных коров. Шевелись, плотва. Риана, оставь его, тварь. Я думал, это займет больше времени. Так и есть. Я еще не закончил. Мне еще надо заняться тобой. Приют был для тебя чем-то вроде винного погреба, да? Кладовкой. Заметь, я никогда не говорила, что помогаю этим детям по доброте душевной. Выйди отсюда, малыш, и закрой за собой дверь. Нет! Оставь ее! Госпожа Ариана, она заботилась. Она забрала нас с улиц, покупала нам сладости, пела нам. Не трожь ее! Видишь, ведьмак, мир не бывает черно-белым. Я пила кровь этих детей, да, это правда. Но никогда не забирала столько, чтобы убить. И многое даю им взамен. Так что мне тебе еще и спасибо сказать? А? За такую заботу? Забавно, что тебя так взволновала их судьба. У ведьмаков детям лучше? Сколько мальчиков переживают испытания? Я не буду с тобой это обсуждать. Тогда вернемся к делу. Я сделал, что ты просила. Этих детей убил Гаркаин. Из тех, кого призвал Детлов. Он должен был напасть на город, но запах детей, видимо, привлек его сюда. Да. Он разносится далеко. Он сладок. Он дразнит чувства. Говори, где искать скрытого? У него логово к западу от города, на той стороне озера. Найди пещеру возле берега, а этот камень откроет потайную дверь. Ты меня не проводишь? Я навещаю скрытого только в крайнем случае. Сам увидишь, почему. Ты же понимаешь, что однажды я к тебе вернусь. Хм. В таком случае буду ждать.
Пора позвать Редиса. Он просил, чтобы я шепнул слово птичкам. Передайте Редису, что я буду ждать его на пристани у дворца. Пожалуйста. Как прошла встреча с Арианной? Плохо. О, она все-таки не сказала, где искать скрытого. Сказала. А еще продемонстрировала любовь к детской крови. Признаюсь, до меня доходили сплетни, но я не принимал их на веру. Не хочу об этом говорить. Пещера к западу от города на другой стороне озера. Нам туда. Понимаю. Я совершенно готов, но... Да, знаю. Ты бы предпочел освободить Сиану ради Детлофа. Ради вас обоих. Хватит, Редис. В том, что произошло в приюте, виноват Детлоф. По городу текут реки крови, и это тоже его работа. И ты боишься, что кто-то оскорбит его чувства? Я не шутил, когда говорил, что встреча со скрытым может быть смертельно опасной. Ты мой друг. Мой близкий друг. Вполне естественно, что я бы не хотел, чтобы ты напрасно рисковал жизнью. Ведь у нас есть и другой выбор, куда более разумный. Я ведьмак, Редис. Я не заключаю договоров с чудовищами, я их убиваю. О риске мне думать не приходится. Что ж, я понял. Больше не буду к этому возвращаться. Благодарю. Пора собираться. Слушай, я поплыву до места на лодке. Ты со мной? Или превратишься в туманное облачко? В этом облике я не мог бы говорить, а поговорить, как ты знаешь, я люблю. Да, много и пространно. Пошли. Ты знаешь что-нибудь об этом скрытом? Только то, что он не любит гостей. Особенно не прошлое. Отлично. Есть план, как его задобрить? Обычно перед скрытыми кладут в дар камень, символизирующий его. Но такой можно найти только в Хаагланде. У тебя его нет? Нет. Так что вся надежда на мое личное обаяние. Откуда у скрытого такое отвращение к посетителям? Кто-то вошел к нему в пещеру и не вытер ноги? Тут все несколько сложнее. Говори помедленнее и без трудных слов. Может, я пойму.
Я не сомневаюсь в твоем интеллекте, только сложно это объяснить человеку. Этот мир для нас чужой. Неприятный. Враждебный. Скрытый делает все возможное, чтобы от него отгородиться. А мы ему в этом помешаем. Я пойду вперед, на разведку. Геральт. Сюда. Может использовать ключ Ариана? Хорошо, а то через эти ворота я бы не пробрался так, как ты. Чего нам внутри ожидать? Мир? Очень смешно. Мы должно быть близко. Откуда ты знаешь? Слушай. Я ничего не слышу. Ни крыс, ни летучих мышей. Мертвая тишина. Я говорил, он не любит гостей.
Однак ты, Сельметаур. Спурей не верес на контранес. А вили клева регис. Эту... Сатлат. Не хотелось бы причинять вред. Надо все Тебе еще не хватало. Даже если я отсюда выберусь, скрытый меня убьет. Если только я чего-нибудь не придумаю.
такого... Я не сумею туда забраться, а если бы что-нибудь подложить? Потерас. Кто-то уже был здесь до меня. Интересно, что с ним стало? Следы ног мужские глубоко отпечатались. Это за вампир. Никогда ничего подобного не видел. Thank you.
Человек без рук, сломанный. Этот ручей течет вверх. Странно. Стоит к нему присмотреться. Притяжение изменило направление.